И всем привет, ребят! Сегодня это я, Арита29К. И сегодня мы будем проходить поле из мин, да. Поле минов, да. И сегодня мы должны пройти поле минов. И оно будет не такое большое. У нас будет только 5 уровень, да. И мы должны это пройти. И вот, смотрите, уже вот у нас уже приготовили такой уровень. Первый уровень. И оно будет вот так. Она будет так улучшаться. Я не понимаю, что там стоит, да. Тут играем. Ну, давайте не будем задерживаться. Поставьте лайк и подпишитесь. Ну, мы погнали, да. И давайте начинаем проходить. Я уже вижу, что мина. Так что мы не пойдем. Блин, тут я мину попал. Блин. Осторожно, я боюсь мин. Так. Ай, блин, еще одна мина. Куда идти? Ай, меня убили. Да, ребята, я случайно умер. Потому что... Ну, давайте вот так. Ай, блин, тут еще мина. Фух, я смог пройти. Ну, ребята, первый уровень я прошел. Переходим к второму уровню. И вот второй уровень. Я не знаю, как это пройти. О, я уже нашел, спалили мину одну. Ну, смотрите, теперь все мины уже не видны. Только та видно, вот видите, она видна уже. Ну блин, я не знаю, где тут мина, вот тут или тут, не знаю, где она. Давайте проходить. Осторожно. О, блин, я умер, тут была мина посередине. Ай, как сложно проходить, да. Давайте за... Ой, я нашел сразу две, я увидел. Давайте. Ну, ай, блин, я еще... Как это сложно, как это поставить, как много мин. Да, ребят, это очень сложно. Поле с минка, ну, я попробую, да. И у меня, ребят, только есть 5 попыток, да, вот уже там другие находятся. Ну и, короче, ребят, пойдемте, давайте, проходите осторожно. Ай, блин, тут еще одна моя. Ай, блин, еще как-то... Не понял, у меня уже одна попытка, я умлю. Я не... Ай, да, я выиграл, все. Наконец, я выиграл эти непонятные бомбы, которые хотят меня уничтожить. Да, пока бомбы. И, короче, ребята, переходим к... Давайте теперь перейдем к третьему уровню. Погнали. А, ребята, я вам забыл сказать, у нас 10 будет уровень. 10, да. Ну, погнали. Короче, ребята, у нас будет 8 уровней. Забуду. И вот третий уровень. Я не знаю, как это происходит. Смотрите, тут уже не видно, где мины. Тут я... Что тут? Так, мины, я правда говорю. Блин, ну где еще такие мины? Я пойду сейчас умереть. О! Я там был мина. Блин, так как я не мог выиграть? Да, ребят, вообще я промахнулся. Я просто умер на той мине. Да, блин. Офигеть, сколько... О, я заметил сразу 3. Я понял, где есть мина. А. А, я опять, где эта мина была, вообще не понял, там сразу 3 что ли стоит, или умирает. Не знаю, почему я умираю оттуда. Блин, у меня уже 2 попытки есть, да. И значит видео закончится, я не хочу, чтобы так было. Я не хочу проиграть. Я с мира, я буду играть. Так. Осторожно. Оп. И да, я выиграла наконец второй попытки. Ну и короче, переходим на четвертый уровень. Погнали. Ну короче, вот четвертый уровень. Я 100% выиграл. Я не 100% выиграл, но да. Ой, нормальная реклама, да. Блин, ну ребята, я не знаю, почему это так делают, да. Я пропускаю рекламу. Не знаю, так делают, да. Ну все, короче, пойдемте дальше. Ну, не понял, где. Сейчас, ребят.
Все, короче, ребят, все нормально, я не выше, все хорошо, блин, не знаю, просто за рогары, непонятно, да, я потому что я выше, но нет, да, все хорошо у меня, да. Еще давайте сейчас обратно пойдемте туда, а то сейчас надо вернуться. Вот четвертый уровень, давайте проходить аккуратно. 100% я... Да! Да, он не смог выиграть с первой попытки, да. Ну и, короче, переходим к пятому уровню. Вот пятый уровень, давайте его проходить. Давайте немного ускоримся, вот так, хопа-хопа-хопа. И, блин, я случайно прыгаю, и, бам, прям в мину. Ну, короче, ребята, я все время так выигрываю, да. Я уже пятый уровень так быстро, это такие легкие уровни, да, на самом деле. Ну, короче, я думаю, давайте перейдем к шестому уровню, потому что медриться не надо, потому что у меня уже ночь. Вот, смотрите, сколько я уже снимаю уже, да. Ну, погнали к следующему уровню. Вот шестой уровень, давайте его проходить, юмы. Я чуть уже сломал забор. Из-за этого мины я уже сломал один забор. Придется починить потом, да. Блин, ну... Почему я все время ломаю что-нибудь, да? Я не могу, блин, прийти. Ё-моё. О! Вот так. Все. Фух, я прошел. Давайте перейдем поскорее к темному уровню. Я уже боюсь это проходить. Да, я... Давайте перейдем к темному уровню, а то, блин... Так-то страшно, блин, да, уже проходить. Мне уже устарте проходить. Не знаю, сколько надо это все проходить. И, ну, всем пока, короче. Начинаем следующий уровень. Семной уровень. Ну, короче, ребята, давайте проходить семной уровень. Так, и вот тут уже вот это есть, да. Мины. И мне говорили, что тут уже есть сильные мины. Давай мне сказать... Я видел, что одни люди так ходили подсюда. Им это поручалось пройти. И тут здесь мина, вот видите? И все, я прошел. Ну и самый посредний, самый восьмой уровень. Погнали, это оттуда. Ну и давайте, ребят, проходить самый посредний уровень, восьмой, да. И, короче, блин, тут уже очень сложно уже. Тут тоже там два... Ой, блин, тут бомба была. Оказывается. Блин, тут... Так, осторожно. И, блин, фух, мы прошли этот уровень. Ребята, мы наконец смогли пройти все уровни, которые, ну, я сам смог построить. Да, я их... Ну, я мины построил мой друг, короче. Ну, он все время куда-то прятается, да. Ну, он выше, короче, он уже давно выше. Ну, у меня просто не крутится список, да. Ну и, короче, ребята, если вам понравился этот ролик, поставьте лайки, подпишитесь. Ну, ролик был крутой, да. Но я не смог на 10 уровней поступить, потому что уже мне спать пора. Ну, поставьте лайки, подпишитесь. Всем пока.